Всем привет, Костелло здесь, и сегодня мы с вами посмотрим Касса и его взгляд на мультфильм «Зверополис». Люблю очень этот мультик, но при всей моей любви я не смотрел короткометражки «Зверополис плюс». Так вот получилось. В ближайшее время, возможно, я их посмотрю только ради одного. Для того, чтобы сделать потом реакцию на «Уголок Акра» и на его обзор по этим самым короткометражкам, вставив свои, соответственно, 5 копеек. Это типа отсылка на начало, в котором Джуди имитировала кровь с помощью томатного соуса. Кетчупа. Почти нарисовала Амонгуса. Это зайчик. Это случайно не зайчик из Бэмби? Кстати, на него тоже есть. О! Это этот, как ее зовут? Из Гамбола. Я не помню ее имя. Я забыл ее имя. Это пасхалочки. Stop right there, criminal scum! Ленивец, которого озвучивал в русском дубляже, этот, как его зовут, Дроздов. Который типа Скрэт, и у него есть своя короткометражка в Зверополис Плюс. У этой крыски, которая типа Ким Кардашьян, тоже есть своя короткометражка. Она, по-моему, кстати, является, по-моему, если не ошибаюсь, дочерью местного крестного отца. Это даже, по-моему, не крыс, это, по-моему, эти, то ли кроты, то ли землеройки. Get the hell out! Hey. Выдра. Да. И вся завязка, связанная с тем, что хищники живут среди травоядных, но в какой-то момент что-то поменялось в их жизни. Не без помощи одной овцы. Hello there. Намек, который не сразу поймет, когда посмотрит этот мульт. Нигилизм, все дела. Да. Не, ну, есть на Ютубе более ускоренная версия, в котором, короче, вырезаны вот эти вот кадры, в которых он между своими словами делает очень медленные движения. Вот крестный отец, кстати. Керас. А то есть бюджета на пантеру не хватило, я понял. Не, ну, учитывая, что Багира у нас, она была женщиной, а у них мужчиной, то... Да. Кстати, недавно, не так давно пересматривал, короче, ролики, в котором есть реакция отдельная. Вот в чем еще одна главная особенность этого мультика, она очень хорошо влияет на реальных животных. Вот в этой вот сцене, когда волки, они выли на луну, то собаки, которые в этот момент там спали у телевизора или просто сидели рядом с хозяином, они этот вой слышали и... повторяли за этим самым воем. Например, очень сейчас популярен ролик, в котором немецкая овчарка воет с этими волками. То есть, какой эффект производит данный мульт. Сразу вспоминается подобный эффект со Stray, с игрой, в котором кошки смотрели на данную игру. Кстати, Фури. Периодически буду махать пасхалки. Симба. Симба. Ну, кстати, существует теория, что, дескать, мэр, во-первых, возможно, является отсылкой на тот момент, мульт вышел в 2016 году, поэтому Дональд Трамп, овечка, соответственно, Хиллари Клинтон, а во-вторых, да, есть что-то, какая-то какая-никакая связь с Королем Львом, что, дескать, типа сиквел, не сиквел, там, и так далее, а Сочи Король Лев, это приквел, не приквел. Oh, no. Так, ну это, по-моему... А у него, кстати, есть? По-моему, у него нету. Или есть? На «Я краснею». По-моему, у него нету. Симба. Нет, Симба может говорить только Муфаса, и никто другой его не переговорит. Ха-ха-ха!
этим леопардом, кстати, в Зверополис Плюс связан очень такой, ну, как бы, угу. Поэтому лучше об этом не говорить. Ну, типа, он же плотоядный, всякое такое. Правоядный знатоварищ. Не, за Фурия отвечают эти космодесантники. Ну или не космодесантники, хаоситы. Я просто помню ролики у Флэша Гитса, по-моему, до сих пор сейчас выпускают, в котором эти самые космодесантники, хаоситы в черном. Они против Фурий. Я хотел на них сделать реакцию, потом думаю, не, нахер. Это слишком. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Не, ну это Watership Down. Что я тут могу сказать? You stupid. Nice. Хотя с тем же успехом это мог сделать Уилл Смит. Ну не знаю. Типа отсылка на Breaking Bad, да. Ну. Да мы помним, господи. А чё, кассу слишком сложно анимировать хищников? Серьезно? Ну ладно. Я понимаю, что это типа такой прикол, но мне почему-то кажется, что ему не сложно было анимировать хищников. Не, у этого гораздо более крутая тачка. Ну а на погоню тоже не хватило бюджета. Я понял. Типа Рикардо Милос, я понял. Не, ну почему бы нет? Ну это пародия на песню Шакиры. И, по-моему, кстати, она же озвучила такую газель. И, по-моему, в Зверополис Плюс, по-моему, тоже есть короткометражка по ней. Она бы потом я могу что-то не Так, а что, все, не будет типа сцен после титров или что-то такого, типа какой-нибудь прикол? Нет, нет, не будет. Я думал, будет что-то вот в этом духе, а? Нет? Ну ладно, хорошо. На этом все.